Всем привет, очередной ролик про мой сарай. В общем, сейчас вам расскажу, что я делал, что я купил. Так сказать, небольшие-то забудни. Ну или как там. Ну что, поехали. Как видите, он уже стоит на колесах. Колеса я уже поставил. Здесь все вот так лежит. Надо будет купить черную краску, все это закрасить. Кастрюлю, решетку. Также вот бампер. Хочу на бампер также поставить крутые туманки большие. Как видите, колеса поставил. Дело в том, что колодки я не нашел. Объездил весь город. Ну, все магазины объездил. У нас, говорит, только запчасти на Ладу, запчасти на Ладу. Так что колодки я не нашел. Может, в другой город поеду, куплю. Накачал все колеса, сделал двоечку. Резина такая дубовая. В местах даже потрескалась. От долгого простоя, я не знаю, эта резина мне хватит, не хватит покататься. Но я думаю ставить сюда другую резину. Это узкопрофильная. Хочу поставить широкую. Может, на Авито какая-нибудь продается. Так, что я купил здесь, пока я этим не занимался. Передком не выпрямлял. Так, что вот я сегодня поставил аккумулятор, почистил карбюратор, в общем. Видите, какой чистенький стал, то был весь в масле. Больно много информации по нему не знаю, чисто так. В общем, подтянул все болты, вот эти гайки. Также купил бензопровод, хомуты взял, фильтр взял. А здесь, оказывается, вот в этом месте подошло, вот этот бензошланг, он большой, как раз подходит. А здесь вот диаметр, видите, тонкая трубка, и здесь вот тонкая трубка. Вот видите, тонкая трубка. Такой шланг сюда не подходит. Надо будет другой шланг еще купить. Я приехал радостный, сюда вот поставил. Так вставляю, и раз, он еще болтается. Ну, видите. В общем, не зажимает. Взял два фильтра. Нашел масляный фильтр. Масляный элемент. Кто-то мне в комментариях написал, типа от Волги. От Волги подходит 2410. Ну, я вот такой купил. Цена 75 рублей. Пока сюда вот поставил, а отсюда я пока завожу через канистру. Также купил фильтр. Тот был в плохом состоянии. Также сделал сцепление. Вот сцепление. Я его не стал красить. Поменял все резинки. Резинки, оказывается, продаются. Эти резинки от УАЗика. Ремкомплект сцепления. Вот такие вот резиночки. Цена 8 рублей одной штуки. Сначала хотел так одеть. Но он у меня лопнул. Потом горячую воду отпустил. И он, короче, оделся хорошо. В общем, сейчас сцепление работает как новое. Нигде утечки нет. Так, фильтр купил, осталось купить масло. Вот думаю, какое масло заливать. Минералку или полусинтетику. Так, здесь запаска у меня. Запаску сделал, вроде не спускает. Также вот, видите, покрасил бак. Так, снимаю на телефон. Сегодня вот покрасил бак, пока сделал, 3 в 1, антикор против ржавчины, потом можно эмалью пройтись. Ну, я так думаю, неплохо. Сейчас его буду ставить на место, подмету здесь немного и буду ставить на место. Сюда, кстати, тоже буду купить, будет тонкий бензопровод. Здесь так немного подмел. Не стал заморачиваться. Так, снизу покажу. Вот, видите. Все идеально. Почему не блестит? Потому что красил обычный этим 3 в 1. Антикор, эмаль и антиржавчина. Можно снять, если что покрасить. Он быстро снимается, там 10 болтов. Черной эмалью глянцевой покрасить. Будет хорошо смотреться.
Тут, значит, фонари. Фонари еще на Авито нашел. 700 рублей стоит один фонарь. Думаю, заказать, не заказать. Так, что у нас еще? У него еще проблема. Вода уходит потихонечку. Где-то, значит, или дырявый, или плохо затянут. Немного, но вода уходит. Тоже здесь хочу навести порядок. Так, сейчас вам покажу, как он заводится. Хотя я уже показывал. Сейчас он хорошо стал заводиться. Карбюратор промыл, поставил. Тросики все отрегулировал. И сейчас он стал хорошо заводиться. Ну и сцепление не течет. Немного дергается, потому что свечи старые и провода надо будет поменять. Какой-то странный вой, слышите? Вот такой. У-у-у. Не знаю. Как будто цепь звенит. Или что это такое воет? У меня такая идея появилась. Хочу поставить эти фонари, снять. Вот эти снять. Здесь, в общем, заварить немного. Сделать немного поуже. И поставить фонари от шестерки. Немного, так сказать, улучшить. Здесь же всего 3 лампочки, а здесь будет 4 лампочки. Задний ход, габариты, стоп и поворотники. Если вот так вот сделать. Ну, сначала снять фонарь, тут подварить железом и под этот фонарь сделать разъем. Я думаю, вот так классно будет смотреться. Ну, или колхозно, не знаю. Напишите в комментариях. Но потому что на классику вот эти вот фонари, стекляшки, в любом магазине продаются, а вот на Иш не продаются. Только если по Авито искать. Ну, не зря мне сказали, что запчасти проблема. Теперь я точно узнал. Объездил полгорода и колодки не нашел. Также у меня была идея. У меня есть такие вот фары. На разборке я их набрал. По цене металла. В общем, хочу поставить вот такие вот. Здесь тоже наварить вот такое вот железо. Ну, сделать как крепление под фары. И вот так вот сделать фары. Или внутри решетки сделать. Или двойные фары сделать. Как вы думаете, будет смотреться, нет? Потому что сток делать неохота. А что-то новенькое такое. Затюнинговать или поколхозить охота. Ну или две фары поставить от шохи. Эту убрать фару и поставить две от шестерки. Ну и сделать под решеткой. Под решеткой будет гореть фара. Или слишком узко будет смотреться некрасиво. Ну или просто туманки повесить. В общем, пишите в комментариях, стоит колхозить, не стоит. Потому что от классики у меня запчастей много. Бампера, кстати, есть. Да, смотрите, что мне подогнали. Самый настоящий советский White Wall. Выхожу, значит, я с подъезда, мужик говорит, у тебя видел зеленую шестерку. У тебя, говорит, там, смотрю, говорит, колеса подкрашены. Ну, белые круги. Зачем ты, говорит, красишь? Я говорю, я ничего не красил. У меня, говорит, настоящие есть вот волы.
советский, смотрите. Написано ТУ, посадочный диаметр 13, цена 2 рубля. Ну, они грязные были, я их дома помыл. Вот такие вот white wall, не знаю, сколько им лет, но резина здесь идеально мягкая. Ни одной трещинки нет. Я очень рад, что мне такие вот подогнали ништяки. Он говорит, у меня раньше копейка была, вот на ней такие эти стояли. Советские white wall. Ну, я ему говорю, может, у вас там еще колпаки, зеркало есть. Нет, говорит, все выкинул. Вот эти, говорит, валялись. Думал, пригодятся. В итоге, говорит, Ниву купил, а на Ниву они не подходят. И, в общем, мне 5 штук отдал. 4 штуки на колеса, и одна идет на запаску. Вот не знаю, продать их или себе оставить на москвич. Те вот, которые я покупал с Турции, у них немного по-другому сделано. А здесь, видите, какой-то вылет по-другому. Ну, вот так вот. Ну, как думаете, поставить сюда, не поставить? Мне кажется, я деревни буду гонять, они быстро. Дороги-то здесь неровные. Вот такие были небольшие работенки по нему. Так что работа продолжается. У меня на сегодня все. Всем удачи, всем пока.